Всем зрителям, подписчикам, привет! Сегодня будем строить теплицу усадьба Люкс. Вот такую вот. Такого красивого зеленого салатового, я бы сказал, цвета. Одна теплица уже тут стоит несколько лет. Сейчас будем делать вторую. Теплицы мы поставили, зашили уже одну стену поликом. Все это стоит на бетоне, закреплено с помощью анкеров. Установлен отлив по периметру. Сейчас будем крыть вторую стену и затем крышу. А мы закончили монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу усадьба Люкс 3х5 на бетоне. Вторая теплица практически точно такая же. Со временем у нас немножко поменялись торцы и двери. Обновились как сама конструкция дверей, так и механизмы запорные. А в целом все осталось то же самое. Пойдем смотреть. Дверь с форточкой с одной стороны. С другой стороны тоже дверь с форточкой. Также имеются у нас термоприводы, форточные блоки на термоприводах, две штуки, диагональные усилители по две на сторону, отливы в круг. Все закреплено к бетону с помощью анкеров. Все прочно и надежно. Каркас теплицы сделан с профильной трубой 20 на 40, основная арка подпирающая 20-20. Арки в виде фирм. Покрашено все в симпатичный салатовый цвет. Колорадский жук перепутал каркас теплицы с кустом картошки. Ползал тут, сняли одного. Также в теплице есть перцы, но, к сожалению, они в комплекте не идут. Перцы сидели до нас, поэтому мы работали аккуратно вокруг перцев. Ни один кустик не пострадал. Покрыта теплица поликарбонатом 4 мм толщиной, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Теперь у клиента две отличные, красивые теплицы от компании «Уральская усадьба». А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!